Так, мы оборвались на том, что я знакомила вас с Эль. Эль, ну иди познакомлю, а то эфир тут сорвался. Это Эля, еще раз. Расскажи, пожалуйста, что очень многие спрашивают про окрашивание. Да. У нас лучшие мастера по окрашиванию, самые девочки. Заходите, посмотрите фотографии работ, фотографиями то. Да. Гидра лучший краситель, так что рекомендуем, приходите. Да, это правда, потому что очень многие спрашивают про окрашивание. Очень тяжело рекомендовать какого-то мастера, знаешь, который там это все-таки окрашивает, а не ногти покрыть. Да. А я сейчас вот как раз рассказывала, что пришел мальчик и два, они из Колумбии, у них черные волосы, вот черные, как моя кофта, как мое платье. И они сейчас делают белый, такой серебристый цвет. Я не знаю, успею сейчас их заснять или нет. Ну, посмотрите фотки, кстати. Я там отмечала селфи салоном в сторисах, поэтому вы сможете увидеть. Видите, какая она красотка. Пошла, пошла, пошла. Эля, красавица. Все, да, мы закончили? Вот, мои ножки, мы закончили. Спасибо огромное. Это в каком городе? Это в Москве. А смотрите, какой здесь кайф. Какая атмосфера. И как красиво. Сейчас я посмотрю этот мальчик. Пойдемте посмотрим вместе. Окрасили их или нет из Колумбии? Если окрасили, вы увидите фото до и после. Вернее, результат. Вы будете в восторге. Так, а я хочу забрать свой кейс с собой, потому что он мой любимый. Я его не оставлю так просто. Так, пойдемте посмотрим вместе, я вам покажу. Спасибо вам огромное. Спасибо. Говорит, всегда аншлаг здесь. Вот так вот, чтобы у нее пришли и пусто было, не бывает никогда. Что ты делаешь, что ты такой аншлаг? Не скажу, фотографирую. Давай. О, си, оля, керида. Como estás? Вот этот маленький мальчик. Что, это segunda vez o primeira vez? Скажите, что это не все. Мы будем еще краситься. Он думает, что это... А, ну, да, una vez más. Это только первый этап. Sí, él dije que necesita una vez más. И después, un poco color gris. Porque tu... Очень черные волосы были. Sí, tu cabello muy negro. Okay? Yeah? You're so cute, you're so cute. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Nine? Nueve. Sí? Nine. Девять лет, такой класс. It will be ten. In November? What November? 11. 11? О, такой сладкий мальчишка. Он просто нереальный какой-то. Красивый, да? Красивый, да. У него еще там брат сидит. Не брат. How is it? Good. Second time? Yes. I was talking about you on my Instagram. Hey, how are you? Yeah, вот видите, вот сейчас им будет делать сначала ку-ку. Enjoy. Thank you very much. Не буду отвлекать их. Потом посмотрим. У них надо, вот им надо окрашивать на 2-3 раза, потому что довольно-таки черные были изначально волосы. Потом еще сейчас раз, а потом уже делают этот, как его. What is it, hot? Hot? Горячо? Вода была горячая, он говорит. Окей, он беситу. Enjoy. Все, ладно, я буду выключаться. Он такой сладкий. Так что им сразу сказали, 2.5 часа окрашивали. Прошел только час. У них еще 1.5 часа впереди, поэтому... Целый процесс. Но я думаю, что они потом выложат на страницу до и после, увидите уже сами результаты.